Да, полюбили вы больше всего. Людей. Спасибо. Знаете, я вообще отношусь, вы очень искренние, вы доброжелательные. Ну и вообще меня очень много связывает с моим, даже я скажу, не другом, а братом уже, Ариком Закаряном. Мы сколько работаем? 15, 18, 20, 20 лет. Вот, поэтому я уже приезжаю к себе, ну, можно так сказать, что не в гости, а уже как, ну, практически домой. Но вчера, подъезжали в гостиницу, я говорю, ну вот, я приезжаю, как будто отсюда и не уезжал. Вот, поэтому я здесь себя чувствую очень комфортно. Многого, конечно, я не увидел. Почему? Потому что постоянно приезжаем на выступления, и надо бежать дальше, надо выступать дальше. Но я думаю, что в дальнейшем будет время, и увижу все красоты Армении. В прошлый раз не получилось, меня звали в Красную Охоту. Вот, не получилось здесь сказать Красная Охота, я охотник. Вот, но тоже думаю, что все в будущем. Поэтому чувствую себя очень комфортно здесь. Спасибо вам большое за гостеприимство. Это, кстати, большой показатель. В прошлый раз делали шоу, показаны аплодисменты, как встречают, как провожают. Это нам очень приятно, потому что мы катаемся не только для себя, но мы катаемся и для публики.